К самому большому предстоящему футбольному событию присоединился сегодня Нижний Новгород. Талисман грядущего чемпионата мира 2018 года начали выбирать нижегородцы. Всего на 3 дня в центре города установили специальный павильон с интерактивными терминалами, где любой желающий может предложить свой вариант будущего символа. Первый раз, во-первых, принимаю участие в такой вещи. Я выбрал, значит, богатыря, талисман, круглый мяч. Ну, надо было как-то вот, какое-то такое оригинальное название. Богатырь у меня круглый мяч. Он у меня заводной, целеустремленный и активный. Наши спортсмены, они действительно богатыри, которые защищают нашу непосредственно родину. Они защищают, так сказать, на поле среди других стран. Как бы волком. Злой? Мы, Россия, как говорится, плохо играет у нас в футбол. Пускай может научиться. Ну, кепка, чтобы голову не напекло. Зовут его? Пускай так и зовут, волк, почему бы нет, правильно? В принципе, что, волк, он быстрый, активный. Так что надо прогрызать победу, выгрызать. Медведь, как, знаете, нас злят сейчас, да, как эти медведи злят, не будите в нас медведя. Вот так уже и должен быть и здесь. То, каким будет символ, будет зависеть то настроение, с каким пройдет соревнование. Мы сегодня уже с очередью поучаствовали в выборе, предложили леопарда с именем Фифаня. Мне очень нравится белка, потому что медведь очень заезжен, а белка – это исконно российская. Наверное, это одно из немногих животных, которое может все то, что нужно на футбольном поле делать футболисту. Откуда наш талисман будет? Наука и космос, волшебный мир или животный мир? Пусть он будет спутником. Спутник первый, какой был, кругленький русский. Пусть он будет чем-то похож на это. Так, ну, конечно, ему нужны часы, куда же спутники без часов. Будет Гарик. Звучно с Юрий Гагарин, как бы. А тут как бы совмещено. Гагарин, Гарик и Юрий. Юрик и Гагарин, Гарик. Ну так, это так. Бабочек не было, поэтому разнообразие пусть будет. Пусть выберут бабочку. Ну как сказать, я много выбрал символов. Я тут 3 раза выбрал. Каждый может прийти и выбрать свой вариант, все что угодно. Потому что у нас Нижегородская область, олень, лось, вот, лобков очень много. Вот, в принципе, 2 фаворита. Кстати, такое предварительное голосование проводят лишь в 3 городах России, кроме Нижнего Новгорода, еще в Казани и в Москве. Но это лишь первый этап по созданию будущего талисмана. В 3 городах соберут пожелания, выберут самое интересное и выставят на всероссийское голосование.